Это моя иконка. Ой, что, все, что ли? Божечки! Опа-па-па, стоп-стоп-стоп! Опа-па-па-па-па! Она снимает уже? Да, да. Что? Так сильно кричит. О, как классно! Супер! И не страшно вовсе, да? Не страшно, да? Она красненьким горит, это да, снимает? Да. Красота какая, красотища, да. Дух захватывает, все как на картинке. Все, что ли? Ты не боюсь? Серьезно, все? Да, все. Так быстро? Пойдем на посадке, все. Так быстро? Да, да. Ну так и есть момент. Так и есть. Это страшно. Офигенно! Я бы еще каталась и каталась. Да. Много человек сегодня прокатились? Да. Да? А сегодня два раза я прыгал. Максимум уже час хороший, ну, ветер. Сегодня был очень-очень опасный ветер, очень сильный ветер. А что, может снести далеко? Да. Ой, какой фунт. Ой. Как? Все места открыты. Не, я поняла, вообще мягко, да, приземление? Не зря, не зря. 300 лари отдали. Это да. Как, да?
парашютом прыгала. Где? Дома у нас там, в Казахстане. У меня брат занимается профессиональным парашютным спортом. Я тоже хочу, но здесь нету парашюта. Здесь нет, ну что? Вот это вот прикольное. Да, это кайф. Сейчас я живу в Тбилиси. А-а-а. В Гудауре это зимой лучше, но сейчас ничего нет там. Это горнолыжный курорт Гудаури, поэтому зимой лучше там. Панорама. Ага. Такая маленькая, с высоты. Да. Люди, мурашики. Ага. Промерзла. Несет. Захватывает дух, да? Ну как? Офигенно, в этот момент вообще классно. Сейчас пойдем. Да.
Это, по-моему, больше интереснее. Так, сейчас тут и надо ноги вот так. Да, да, просто ноги просто поднять? Вот так. Да, да, да. На выход ноги ну, вот так. Ага. Ловите меня! Мне надо тут просто. Вставай, хорошо? Вставай. Кайф! Кайф! Это круто!